Главы муниципалитетов отчитались, какие меры приняли на подведомственной территории – Новороссийск, Гулькевичский район, Кавказский, Курганинский и другие. По окончанию селекторного совещания анапчане обсудили, какие еще недостатки в работе надо исправить. Ранее мэр Анапы Сергей Сергеев дал поручение сформировать графики проведения миграционных совещаний с руководителями предприятий по отраслям. Специалисты и руководители управления сельского хозяйства и торговли задачу выполнили. Остальные отрасли пока еще раздумывают. Сергей Сергеев подчеркнул, наступательную работу по борьбе с незаконной миграцией надо продолжать усиление. Наши граждане возмущаются, что продолжается строительство в нарушение моего постановления. Вот выезжайте туда, я вам гарантию даю, что там работают дооснователи. Раз они нарушают закон в части ограничения строительства, 99,9% что у них будут люди, которые незаконно находятся на территории. Причем выявляют не только на стройках. За один выход на пляже Анапы участники межведомственной комиссии задержали 13 иностранцев, осуществлявших незаконную торговлю. Всех нелегальных мигрантов депортируют. Легче предотвратить проблему, чем устранять потом ее последствия. Что такое негласная профилактика, чтобы было понятно? Ну, 19 лет. Идет он магазин подломить, и у него фомка. А вы едете на УАЗике в 3 часа ночи, останавливаете, посмотрели паспорт. Или он сбросил там эту железяку. Сфотографировали его. Он поднимает железяку у любого человека в мозгу. А что ж я буду сейчас в магазин лезть? Они же заполнили. Кто я такой? Мою фамилию? Нет, не пойду. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектах, где массово применяется иностранная рабочая сила, можно сообщать по телефонам горячей линии миграционного контроля 30721, ночью по телефону 02. Справиться с общей проблемой можно только сообща. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа, регион.